Осенняя феерия. Так назвали праздник на станции юных натуралистов. Для ребят и их родителей устроили настоящие мастер-классы. Специалисты в поварском искусстве показывали свое мастерство в виртуозном оформлении блюд из овощей и фруктов. А профессиональные парикмахеры создавали прически цветочными элементами. Также в гостях у юнатов подвели итоги городского конкурса «Дары осени». Осень дает много фантазии. Хочется украсить свое жилище, хочется что-то интересное придумать с детьми. И вот мы организовали такой конкурс с управлением образования. Ну, много участников очень было поделок, это еще не все вот остались. В итоге определились 15 победителей в трех номинациях – мастерская натуралиста, рисунок и необычные овощи. Ксюша Дунаева стала одной из победителей конкурса. Ее очаровательная лошадка, на создание которой потребовалось 300 шишек, понравилась всем. Мне всем помогала мама, вот я с ней, короче, так помогала. Вот делали железку в форме лошади, туда запихивали газету, потом обклеивали, чтобы она была ровная. Мы их ждали, когда клей высохнет. Потом мы пошли собирать шишки. С лучшими работами конкурса «Дары осени» можно познакомиться, придя на станцию юных натуралистов. Выставка пока работает. Татьяна Елисеева, Анжелика Барвинок. «Наше время».